Похоже, работа близится к концу. Мы даже опережаем график. Ох, девчата. Хоть бы что-то своими руками сделали. Все говорили, вы бы шли, да не мешали. Мы пошли. Не мешать людям тоже талант. Тут гордиться особо нечем. Но тебя, Лидия, разве на кухню не отправили? Потому что не умеешь ничего. Кто же знал, что президент совета вообще ни к чему не способна? Мне самой провалиться хочется. Готово! Четвертая серия. Медальон. Ваня после успешной работы... Это же так здорово! Кто бы говорил? Называется, мы пахали? Вместе же пахали, верно? Но в бассейне и правда здорово. А все потому, что раньше срока управились. Поработав сегодня, я поняла, сколько сил и средств нужно для школьного хозяйства. Это полезный опыт. А я рада, что собрала столько данных для автобота. А ты чего там, Лидия? Не больно-то радуешься? Я и ты, Юкине, хватит в уголке сидеть. Давайте сюда, к нам. Удивляюсь я вашей простоте. А ведь тут причина наших бед, дикое животное. Как вы можете беззаботно расслабляться? Он же не смотрит, все нормально. Парень тут уже долго работает. И жалоб не было. Да-да, Кенси в данном деле просто мастак. Я тут только ради общего собрания. Не париться, знаете ли, пришла. И пусть дикое животное удалится. Все верно. Небезопасно ему спинку подставлять. Ну, что поделаешь? Тогда обойдемся без банных процедур. Понимаю. Ну, прошу извинить. Однако, Кенси, ты должен остаться на общее собрание. Давай, сними эту дурацкую одежду. Но, баня женская. Хватит думать о мелочах, милый. Кенси, я разрешаю. Я тоже не возражаю. Я глубоко уважаю Кенси, как товарища по работе. Ну даете, с этим животным. Если подумать, я Кенси массажик задолжала. Вон оно что. Ну, тогда и у меня нет возражений. А теперь мы ему поможем. Ага! Помогите! Есть предложение начать собрание? Разрешение ректора получено. Завтра возвращаемся в школу. Вот так. А меня-то зачем было ради этого тащить? И вообще, сестрица Мизая, кто все начал? Так давай я тоже разденусь. Сниму хотя бы вот это. И так ничего. Откуда царапины? Что случилось? Будто землю копал. Да, порезался, пока мусор убирали. Ничего серьезного. Сильно болит. Нормально. Все. Куда пялишься, болван?
Суван весь перекопан, но ведь зверьки Куру всегда так делают. Для зверьков норы великоваты. Может, сильно размножились? В этих ходах нет никаких запасов пищи. Просто несколько странных лазов ведут наружу. Интересно, кому понадобилось? Может, эти копатели что-то ищут? Поставить в известность стражу Святой Земли? Не спешите, пожалуйста! Что такое, Кея? Знаешь, кто за этим стоит? Похоже, один крупный Коро. Крупный Коро? Наблюдательно. И если мои подозрения верны, отсюда мы его точно разглядим. Я знала. Я маскировки не забыл. Ну и дурень. И правда, крупный Коро у нас. Я нашел. Вижу, нравятся тебе эти камни? Не камни, кристаллы. Да какая разница? Какого ты весь Суван изрыл? Если бы мы не вмешались, мог бы корабль повредить. Вряд ли. Я потом все лазы закапываю, так что... Замолчи! Коро в человеческом образе! Кристалл, да? Первый раз вижу необработанным. Тебе он нравится? Потому что красивый? Или нет? Совсем маленьким я видел космический корабль «Кристалл» старшей сестры, взлетавший из озера у дома старшего брата. Когда он взлетал, так красиво сверкал под закатным солнцем. Ну, в целом, я тебя понимаю. А ну стоп! Ты сказал, корабль старшей сестры? То есть, твоя сестра может летать в космосе? Вроде того. И что в этом такого? Кенси, в твоем времени личные звездолеты — норма жизни? Нет, конечно же. Обычные космические корабли — здоровенные ракеты. О! А с чего у нас такой завелся? Госпожа Лашера, что тут странного? Согласно данным, полученным от иномирян, даже их наиболее технологически развитые страны смогли послать человека всего лишь на Луну. У них нет личных космических кораблей. Но, возможно, Кенси прибыл из позднейшего времени. Кенси, ты нам всю правду говоришь? Или сказки на ночь рассказываешь? Конечно, нет. Я на нем частенько летал. Разве не сам сказал, что это странно? А что другие люди думали? Я с чужими об этом не говорил. Да и сестра просила помалкивать. Сумасшедший ученый! Похоже, ты был жертвой обычного гипноза. Ясно, почему Мизая легко тебя запрограммировала. Ну, похоже, семейка у тебя непростая. Не меняет факта, что дурень Коро весь корабль изрыл. Смелость добычи побрякушку сделать? Нет, это сестра дала кусочек своего корабля. Кёя, ты что? А, я не хотела вовсе... Ну чего рвёшь-то, блин? Я починю и верну тебе. Да ладно, Кея, у тебя руки как крюки. Жду мастера, что починит.
И хватит уже реветь! Если Кэнси говорит правду, возможно, он не был призван в наш мир. Простите, не знаю, кто мог бы починить. Разве что отправить придворным ювелирам госпоже Лашаре. Вот оно что. Если торопитесь, можно поискать мастеров в Святой Земле. Почему бы вам не попробовать? Что скажете? Мне задача не по силам. Знал мне старого мастера, но он уехал в прошлом году. Я понимаю. Простите, госпожа. Что же делать? Почему не поискать среди личных слуг рыцарей? Но кто из здешней знати может иметь подобных слуг? Есть ли такие вообще? О, Кяя, ты? Что случилось? Выглядишь озабоченной? Поняла! Как, Юкине? Никогда не видела такой тонкой работы. Даже материала познать не могу. Похоже, так просто не починишь. Я слышал, в стране Коти другие технологии. Позволь мне его осмотреть. На самом деле, необычный дизайн. Знаешь, Кяя, думаю, лучше починить цепочку на родине Кэнси. Да, похоже, другого выхода нет. А чтобы решить проблему быстрее, ага, замени цепь плетеным шнурком, как принято в Гавонии. Да, наши традиции, качество и плетение весьма широки и разнообразны. Ведь так можно сделать талисман и выразить свои чувства. Уверена, это достойное извинение за порчу цепочки. Но я шнурки плести совсем не умею. И способностей нет. Мы научим тебя простейшему способу. Да, Юкине? Да. Но... Я попробую. Благодарю за помощь. Наставник Юрайто? Что такое? Насчет недавно прибывшего груза. Ошибки быть не может. Это ладно. Вторая часть. Готова? Да. Этой ночью. Кэнси, привет! Ты сегодня в форме. Успехов в работе. Да. До встречи! Ох, бельмо на глазу. Похоже, спит без задних ног. Кто же знал про тайный ход в Вахиной лаборатории? Ты кто? Девушка? Стоять! Значит, она меня отвлекала? Сюда! А многим не спится этой ночью. Вы тут никого не видели? Да. Он побежал вон туда. Спасибо вам большое. Ой! Эй! И правда животное. Где эта вещь? Я нашла ее. Хорошо. Нашел. Снова она? Но возвращаться уже поздно. Так что? Послушай, ты из другого мира?
Да, нет, я это, из страны Коти. Туда. О, не потерял. Он хорош. Я ее больше не чувствую. А? Что ты тут ночью позабыл? Сестрица Мизоя? Слышала, у нас вор объявился. Не ты случайно? Нет. Я как раз вора преследую. А, это? Ванну принимала. Мы ведь у женского общежития. Но там и мужчины-работники есть. Такое время не до одежды. Вор может прятаться совсем рядом. Кенси, милый, ты вспотел. Давай примем ванну вместе. Дагмайер опять учудил. Да? Когда принес, был счастлив. Работа в Аханли, да? Видишь, типичный ход мыслей. Если заполучим это, магия не нужна. Если заполучим, да? Но пацан поднял ненужный шум. Ну, он же твой заместитель. Наверняка думал, дело того стоит. Что-то стоит, а что-то нет. Ты его подучи немного. Он еще так молод. Но для мужчины-рыцаря очень хорош. Показушник. Он не думает о последствиях исполнения своих желаний. Похоже, госпожа Лашера и вправду делегировала тебе власть. Ну, такое случается. Так ничего ценного не украли? Да? Они рылись в моих рабочих документах. Очевидно, за ними пришли. Но в документах не было ничего важного. Значит так? Тогда мы начнем официальное расследование. Вас это устроит, мисс Лашера? Конечно. Простите за опоздание. Ничего страшного. Что же, Лашера совсем не думала о безопасности. Мы понадеялись на систему охраны школы и не думали, что мои бумаги кому-то интересны. Мне они интересны. Но, госпожа Мария, украли действительно неважные бумаги. Все нормально. И как разработка твоего автобота? Я уже испытал его на службе госпожи Лашеры и смогу внести нужные модификации. Но для боя со святым рыцарем, использующим магию, и мощность, и запас энергии пока недостаточные. Я собираю собственную команду рыцарей-пилотов и хотел бы взять лучших из новых учеников. Но самые лучшие давно связаны обязательствами, как Кяя или принцесса Аура. Или ты, к примеру. Ну, я к ним вряд ли отношусь. Хотя, если уменьшить мобильность, можно подумать о способностях по зарядке автобота. Мне бы больше данных всех легендарных рыцарей. Появились бы они еще. Для рыцаря, атаковавших корабль Лашеры? Да. Но мне что-то верится с трудом. В рыцаре черного и белого. Это чистая правда. Интересно, что за пилот так легко справился с тобой и Кяей? Небось, двухметровая тетка вот с такой рожей. Скорее всего. Но зачем им лезть в лабораторию? Ваха, разработчик святых рыцарей. Мало ли зачем. А кстати, Кенси, ты чего там забыл посреди ночи? Сам гулял. Как там медальон? Починила? Работаю над этим, понял? Все будет нормально. Доброе утро, Кенси. Доброе утро.
Похоже на стойка Энси. Тебе помогает? Если честно, сам удивляюсь. Странный он парень. Оглянуться не успели, а вокруг мальчика уже столько людей. Пока что открыто нападать на него не стоит. Тогда поместим его туда, где парень раскроется? Кенси, трудись! Постарайся! Ага! Мисс Лашера, я пригласила вас сегодня, чтобы задать пару вопросов о Масаки Кенси. Насчет Кенси, значит? Я кое-что про него услышала. Мальчик не закончил обязательное обучение. Конечно, у нас в Коти разные учебные программы. Но пока он в Святой Земле, делу можно помочь. Разумеется, и я об этом думала. И хорошо. И, кстати, почему бы вам не отдавать ему честно заработанные деньги? Поступили сведения, он у вас за еду работает. Вроде, будет день, будет пища. Так что не пропадем, ха-ха-ха. Вот так он мило выразился, без всякого сожаления. Это в его духе. Так не расскажете ли, почему ваш слуга только за еду работает? Ну, знаете ли, точно, на обучение вкладываю. Он на цвету земле учиться не может. Ну, а почему бы не попробовать? Чего? Но тут же... Да, это школа для дворян и кандидатов в пилоты. Но в особых случаях возможны исключения. Мы получили согласие. Всех членов совета, кто лично наблюдал его работу. Так что зачисление не проблема. Но ведь еще я согласна на срочку оплаты за обучение. Более того, можем провести взаимозачет, если проработает год в нашей хозчасти. Но его исходные знания... Он прошел вступительный тест. И тут проблем быть не должно. И когда успел? Знание истории ужасное, и в теории магии сильно отстает. Так он же из Коти приехал. Что поделать? И как вам, мисс Лашера? Согласна. Только стоит ли так резко в Академию? Совет Святой Земли одобрил, выбора нет. Теперь слухи разнесутся еще больше. Слухи так и останутся слухами. Главное не выдать, что он уже является рыцарем-пилотом. Блин, как появился, от тебя одни проблемы. Но ведь начнешь учиться, придется общаться с самыми разными людьми. Не смей забывать об осторожности. Все понял? Ну-ну. Да, время для слухов не самое подходящее. Надеюсь, ничего не случится, и Кенси прочно свяжут с моим именем. Кстати, какой класс тебя записали? Это... Начальный уровень, класс Б. Класс Б, говоришь? Да это же класс Марии! Ты из-за ненаглядной Юкине к Марии не подлизывайся! Не говори с ней и даже не слушай! Сама заговори, отвернись и скажи «Ха!» А ну стоять! Кенси! Я еще не все сказала! Эй, тот самый мальчик? А выглядит совсем обыденно. Но старшие такое рассказывают. Да ты что, правда? Ох, не стоило его все же зачислять. А вдруг ляпнет, что и повредит, госпожа Лашера, ваша репутация? Думаешь, меня волнуют такие мелочи? Думаю, должны волновать. Доброе утро. Не приказано проводить Масаки Кенси. Мое имя Ляпис Ларс. Ясно, оставляем его тебе. Это ты? Ладно, Кенси, нам пора.
Вроде ее знает. Вроде того. Кяя, надо последить. Но ведь нельзя его просто так отпускать. Как ты меня не забыл? Нет. Потом все нормально было? Ну, с теми делами. Здесь подобное неизбежно. Но теперь все в порядке. Они вроде друзья. Да он времени вообще не теряет. Это корпус и территория старшеклассниц. А центральный сквер для всех учеников. Ты вроде из младших, да? Я здесь, тебе нечего. Мои извинения, новому ученику дорогу показываю. Это Кэнси! Доброе вам утро! Ах, если знаешь Кэнси, так бы сразу и сказала. Так это правда, что Кэнси в школу зачислили? Рад учиться с вами. Доброе утро, Кэнси. Учись как следует. Похоже, старшеклассницы его приняли. Это не та госпожа Лашера, случайно. Такую ситуацию лучше ничего не замечать. Первый раз вижу, чтобы старшеклассницы так улыбались. Правда, что ли? Старшеклассницы уже посвящены в рыцари. У них другое общественное положение. И мальчики из младших классов приравнены к рыцарям. Так вот. Но ты, Кэнси, особенный. Я? Ну, я ведь не рыцарь. Потому ты и особенный. Это видно по отношению старшеклассниц. Думаешь? Кяя говорила, я похож на Коро. Коро? Это именно так. Ты, Кэнси, такой милый. Вроде у него проблем не будет. Нет, проблемы только начинаются. Ну, вам уже класс пора. Перо выходной. Не пойдет, госпожа Лашера. Наставница Мизая. Услышала про подозрительных лиц и пришла проверить. Я его хозяйка, решила проследить. Не сотворит ли чего странного? Я ваш учитель. Не допущу, чтобы вы творили странное. Ты чего делаешь? Отпусти! Отпусти! Пусти уже, тебе говорю. Слышали? Эти жуткие старшеклассницы ему улыбались. Даже одна, которая просто зверь. Так, ребята, тише. Это ваш новый одноклассник, Масаки Кэнси. Я Масаки Кэнси. Рад учиться с вами. Сегодня итоговый тест, как я обещал. Кому нужно приготовиться, можете идти. А ты, Масаки, займись самоподготовкой с другими ребятами. Да. Теперь... Вспомнил. Понял. Особ королевской крови и мужчин приветствую отдельно. Рад учиться с вами, госпожа Мария. Теперь мы одноклассники, да? И я рада, Кэнси. Пожалуй, мне тоже пора. Увидимся позже. Я Масаки Кэнси. Рад встрече с вами. Слуга госпожи Лашеры, и мы рады. Так, где моя парта? Уже перемена? Кэнси! Кэнси!
Я Церес Тай. Рад знакомству и рад встрече, господин Церес. Прекрати. Одноклассникам не нужны формальности. Не вздумай звать меня так. И на этих не смотри, ладно? Они всегда такие. А мы куда идем? Что за тест будет? Да, подготовка к браку, где учат кулинарии, чайной церемонии, флористике и танцам. Вот блин, я в этом слабовато разбираюсь. Нам надо лишь смотреть. Просто смотреть? Да, смотреть и оценивать. У парней в школе работа такая. А? Достало меня! Кёя, у тебя руки, как крюки! Мог не говорить, сама знаю. Чем ты так поглощена? Так Майер? О, Кёя, и плетение? Как необычно. А, знаешь, есть причина. Кенси тогда так расстроился. Кенси? Ты стараешься ради слуги? Эй, нет, особые обстоятельства. Ну, не то, что Кэнси особенный. Дагмайер. Вот он с тобой хочет поговорить. Ясно. Пока, Кяя. Давай. Кэнси, у тебя нет опыта, но оценивай честно. Да. Как новые ученики в этом году? Хотели бы сказать, все как в прошлом, если бы не Масаки Кэнси. Вот это сюрприз, так сюрприз. Его оценки почти совпали с нашими. Совпали с вашими? Да. Хотя критерии у него странные. Нет, нет, его критерии строгие и объективные. То он ввел собственную систему. Но парень явно превосходит товарищей по классу. Кэнси, раз ты новичок, нужно для начала оценить твой уровень. Да, наставница Мизая. А, это интересно. На что смотришь? Это же... Пролезь сюда, тихой сапой. Как положено дикому животному. Этот парень... Хорошо начинать? Сначала можешь просто защищаться. Круто. Вот оно что. Что такого? Кто тебя учил фехтованию? Дедушка, твой дед знаменитый мастер? Нет, пенсионер деревенский. Ну ладно, просто наблюдай за уроком. Да. Наставница, мы тут все начинающие. Почему бы его не взять? Я его потом отдельно поучу. Боевые искусства не для прислуги. Надо бы щенка обломать и четко указать его место. Эй, Серес! Мизая! Наставница Мизая! Почему не берете Кэнси заниматься со всеми? Стиль у парня необычный, но на мастерском уровне. Да вы что? Если честно, я ему не соперник. Что вы говорите? Здесь никто не достоин его учить. А против учеников ставить его нельзя. Понимаю. Тогда поступайте, как знаете. Да. Наставница Мизая! Раз наставница Мизая махнула рукой, мы, друзья-одноклассники, сами тебя поучим. Вот только методы обучения у нас жесткие. Понимаю. Жду с нетерпением. Ты!
Трусливо бегать умеешь. Эй! Посмотрим, как теперь попрыгаешь. Кенси! Не мешай ему. Просто сиди и смотри. Осторожней! Прости! Я уже все. Я готов. Я тоже. Чёртовы слабаки! А ничего, хорошо разогрелись. Чем дальше займемся? Вот теперь пора вмешаться. Масаки Кенси. Кто же он такой? Разведка доложила, он был среди напавших на Лашару. Пилот Белого Рыцаря. Это снимает многие вопросы. Но странно, что они приняли его вслепую. Чем обеспечили его верность? Мальчик, тебе нравится? Да. Тогда возьмем его? Да. Не должен такой талант при дворе бездарной Лашары пропадать. Юкине, слушай. Интересно, что сегодня в меню? Поспешим, а то старший отругает. Обед, да? Опоздал. Кенси! Куй у него силы берутся. Я не то что ходить, думать не могу. Извините. Опоздал чуток. Кенси, у тебя же занятия. Ты не должен с обедом помогать. Да привычка уже. Раз я здесь, позвольте. Молодец, приступай. Теперь подаем для младших. Кенси, возвращайся уже к своим. Ага. Я помогу. Кенси, тебе не обязательно. Да я уже привык. Юкине? Обед госпожи Марии, да? Да. Она изволила кушать в классе. Тогда поехали вместе? Да. Что между ними такое? Ляпис, тебе что-то известно? Кенси, придворный королевы Лашары. Конечно, он знает госпожу Юкине. Серес, давай вместе покушаем. Кенси, давай. Кенси, не покушать ли нам вместе? Госпожа Мария, но мы уже с Сересом. Тогда, Серес, присоединяйся. Я не смею. Я ведь... Вот оно что. Раз мы все здесь, давайте покушаем вместе. После школы нам придется жить согласно положению. Но сейчас мы в одном классе. Предлагаю в Святой Земле общаться без формальностей. Разумеется. Да. Как тебе первый день в школе? Было здорово. Кенси. Прости меня. И за что? Я их испугался, и я... Спасибо, что помог мне сегодня. Кенси!
Говорят, ты мило болтал с Марией, а? Ну и что? Ты мой придворный! Не забывай это, понял? Ну, до завтра! Вот, Кенси. Цепочку починишь, когда домой вернешься. Пока, даю тебе замену. Какой красивый шнурок. Благодарю. Неужели починили? Да, вроде того. Глядите, красный шнурок, да? И что? Знаете, в одном из миров есть обычай дарить красный шнурок, чтобы крепче связать себя с любимым. Что? Вот оно как! Кенси, а ну верни! Зачем? Затем, я шнурок поменяю. А ну да сюда! И этот сойдет! Ну нет! Меня не устраивает! С чего? Такой красивый шнурок! Хотя бы цвет дай поменять! Ну и ну, разошлись. Зачем? Как дела у дикого животного? Ну все, как и ожидалось. А где принцесса Мария? С утра ее не видел. Экстренная встреча школьного совета. Так ведь уроки начинаются. Дела совета куда важнее повседневных занятий. Ого! Есть ли иные мнения? Похоже, нет. Кто против, прошу голосовать. Решение по данному вопросу принято единогласно. Преследуя преследующих. Издавна в этой академии школьный совет выбирают особ королевской крови и высшую знать. Понял? Тип того. Только на сегодняшней встрече в совет решили избрать тебя. Как ни посмотрите, он не из тех, кто головой работает. Так он просто на подхвате будет, ведь скоро большой фестиваль. Чувствую, кто его предложил. Голосование было тайным, знаешь ли. На подхвате, да? Примерно как в хозчасти работать, верно? Не шути! У нас тебе не хозчасть! Слушай, в Святой Земле собираются правители, дворяне и рыцари. Можно сказать, весь мир в миниатюре. Школьный совет – самая влиятельная организация Святой Земли. Пусть ты и на подхвате, но не забывай, где ты теперь работаешь. Вот оно что. Если я заслужу благодарность важных людей, может здорово пригодиться в будущем. Дошло до него, наконец. Ты не слишком много почерпнул у госпожи Лашары. Блин. Но Марию слушать все равно не смей. А то мне давно, кажется, она худое замыслила. Будь очень осторожен. Протолкнуть Кенси в школьный совет? Неужели Лашера не понимает, на что его обрекла? Но теперь и у нас появился шанс. Масаки Кэнси, по вашему приказанию, прибыл. Очень хорошо. Ты пока что свободна. Да. А тут больше никого? Сюда смотри, дикое животное! Простите. Но, госпожа Лития, я не дикое животное. Сказала дикое, значит дикое!
Хоть понимаешь, что со мной тогда сотворил? Ошибаешься, если думаешь, что я забыла позор и унижение. Я все понял, дикая так дикая. Так что же делать? Госпожа Лашера тебе рассказала, так? Сказала, что буду на подхвате, но я не понял, о чем именно речь. Так, не спеши. Перед продолжением принеси клятву. Клянусь, что не открою посторонним ничего, что услышу в этих стенах. Согласен с этим? То. Принято. Сейчас для тебя заданий пока нет. Заходи сюда каждый день после школы. Понимаю. Что же, хотя сейчас для тебя работы нет, пойми, само звание члена совета и работа, и честь. Ого. Поздравляю с избранием в школьный совет. Благодарю, я тут правда на подхвате. Это... Не относись предвзято к госпоже Литии. Несмотря на манеру разговора, она... Добрая и честная, верно? У меня сестра такая же есть. Спасибо тебе огромное. Эй, вы слышали? Масаки Кэнси недавно избрали в школьный совет. Неужели? Почему? Сама больше ничего не знаю. Но ведь это наш Кэнси. Так может... Очень может быть. А, Ляпис, ты? Слушай, Ляпис, зачем школьному совету понадобился Кэнси? Мне лишь поручили Кэнси проводить. Подробностей не знаю. Извините. Вот как. Госпожа Мария точно в курсе? Но мы с ней заговорить-то не смеем, да? Почему бы самого Кэнси не спросить? Девчата! Разогрелись и быстро сюда! Есть! О! Никак уже закончил с делами совета. Да! Наставник Юрайта, чем занимаетесь? Принимаю солнечные ванны. Солнечные? Видишь, наши солнышки уже вышли. Солнышки? Ах, как они сияют. Внимание, марш! Они плавают в таких нарядах? Смотри дальше и поймешь. Младшеклассницы нынче очень хороши. Это вы о чем? Говорят, это тоже обычай нового мира. Странное занятие, не находишь? Лучшие воины из иных миров. По праву получают все, верно? Что там такое? А, ничего. Просто удивляюсь, что вас тут встретил, наставник Юрайто. Я люблю смотреть на энергию юности. И на юношей, и на девушек. Если уж о том речь, а где парни? Для них тут санаторий, верно? А парни у нас типа слабый пол. Просто не то, что они не могут, просто их заставлять нельзя. А то вдруг поранятся, знаешь ли. Вон оно как. А кстати, Кэнси, зачем ты понадобился школьному совету? Говорят, для подсобных работ. Значит, ты полноправный член совета, так? Ну, да. Слушай, Кэнси, так это правда? Ага, хотя я просто на подхвате. Но это здорово, молодец, Кэнси. Да-да, я не жалуюсь. Но ведь в совете только высшая знать и старшеклассники. Из моего класса там прекрасная госпожа Аура. А президент госпожа Лития и госпожа Мария из нашего класса. А еще там господин Дагмайер.
А знаешь, Кенси, если будут проблемы, я тебе помогу. Секунду, куда за нашей спиной пролезть хочешь? Вам, девчата, все равно ничего не светит. За слова свои ответишь? Не об этом ли говорила госпожа Лития? Брейк! Ну и ну, наставник Юрайта. Хватит расслабляться, навели бы порядок. Ах да, простите меня, но против толпы девушек я бессилен. Сколько можно шуточки шутить? Мастерски слил нужную информацию. Наставник Юрайта, тот еще провокатор. А вы слышали про нашего Кенси? Да, а то как же. Вот так сразу и в школьный совет. Слухи разнеслись моментально. Для таких слухов неудивительно. Ладно, пока нас не опередили. Надо нашего Кенси. Кенси, милый, погоди! Мы должны их возглавить. Да. Кенси! Дагмайер, эти парни тоже разделяют твои идеалы. Спасибо вам, ребята. Рад работать с вами. Да. Ну а ты мне поможешь? Да мне... не до идеалов, вообще-то. Прошу прощения. Может, вернуть его? Нет, мы никого не принуждаем. Малохольные слабаки все равно не нужны. Не повезло. Обычными способами его не поймать. Кенси слишком быстрый. Нам нужна новая стратегия. Не врывайся так, дикое животное. Заходи потише. Простите, за мной гнались до самой двери. Госпожа Лития, с вами все нормально? Немного устал от всей этой работы. А за тобой, похоже, весь день гоняются. Но дикому животному к охоте не привыкать, верно? А остальные еще не пришли? Без причины они не приходят. А мне вот тут нравится. Неужели моя работа — быть преследуемым? Ого, а ты быстро догадался. Реальную работу делают наши негласные помощники. Но если их имена станут известны, начнется суматоха, как ты уже понял. Более того, все наши помощницы – девушки. Зависть и дуэли тут неизбежны. Потому каждый год мы кого-то подставляем, хотя выбирать и непросто. Постоянная работа под прикрытием сложна, да и людей портит. Потому без приманки нельзя, хоть душа и болит. Так, я вам подхожу? Парни здесь на особом счету, потому тебя никто не тронет. Вопрос в том, сумеешь ли ты продержаться или подашься на их уловки. Значит, надо лишь продержаться? Посмотрим, насколько ценишь статус члена школьного совета. Тут есть и другие парни. Верно? Мужчины-рыцари ничего не делают, да их и не заставишь. А ты не рыцарь, здоров как конь, самое то. Думаю, что справишься без проблем. Ты, конечно, не гений, но работать умеешь. И запомни, дела школьного совета для тебя сейчас важнее всего. Никто из наставников не имеет права в них вмешиваться. Да вы что? Или серьезно предлагаете? Мы и сами Кенси не прочь заполучить. Но как с ним говорить, если не поймаем? Все разговоры будут потом. Я права? Похоже, что так. Если подумать, хотя учимся рядом, мы никогда сообща не работали. Пускай после окончания мы рыцари будем служить своим странам. Но я совсем не против хоть раз сделать что-то общими усилиями. Тогда решено? Теперь начинаем работу по плану «Поймай Масаки Кенси». Каждая группа знает свою задачу. Работая дружно, мы Кенси точно изловим. Да!
Что-то они быстро сработались. Как бы ни надорвались, однако. Ну, надо верить в наших девчонок. Стоять! Сопротивление бесполезно, Кэнси! Против нашей совместной работы у тебя нет шансов! Как-то это слишком пафосно. Первая группа, за ним! Третья группа, набери рез! Четвертая, пятая, окружай! Кэнси! Ну и ну! Заперто! Это конец! Поняла? Помоги Кэнси, и потом убеди его с собой. Если получится, не сдерживайся, ясно? Кэнси, держи. Уходит! Все на ту сторону! Да что это такое? Побежали! Не пора ли тебе отдохнуть? Пока еще не могу. Ну, хотя бы лекарство прими. Его наши ведуны сделали. Оставьте, потом приму. Не любишь ты лекарства пить. Кэнси? Как себя чувствуете, госпожа Лития? Что, не видно? Дикому животному волноваться не о чем. Госпожа Лития от работы отдыхать не умеет. Вот это точно. А здоровье ведь у тебя не железное. Понимаю. Я маленьким тоже слабоват был. Ну, это по нашим местным меркам. Народ у нас там такой. Мне твои плоские шутки не нужны. Раздел нет? Не выйди ли тебе вон? Ты такими темпами долго не протянешь. Мне нужно только заслужить крещение. Крещение? Ну и ну. Ее не переубедишь. Может, перед работой выпейте немного чая? Пожалуй, будь так добра. Да? Ляпис? Кэнси? Я помогу. Простите за ожидание. Благодарю. Уж извини. Что за аромат? Очень вкусно. Чувствую себя отдохнувшей. Тогда еще чашечку? Не откажусь. Госпожа Аура, что такое крещение? Есть вид магии, восстанавливающий тело. Но чтобы поддаться ей или исцелять самому, нужно заключить договор с богиней. Это и есть обряд крещения. Когда-то Святая Земля имела связь с богиней. Врата Святой Земли были созданы по ее образу и подобию. Те врата? Но по ним о богине судить трудно. Ну, мы не то что ее облик, даже истинное имя не ведаем. Госпожа Аура, Кэнси. Отлично, значит сработало. Твоих рук дело, Кэнси. Ляпис, когда госпожа Лития принесут завтрак, позови меня, ладно? Да, спасибо тебе большое. Тогда до свидания. Погоди! Кэнси покинул кабинет школьного совета. Направляется в квадрат А33. Нелегко сейчас, Кэнси. Да. Ловушка 1. Прорыв. Ловушка 3. Неудача. Ловушка 7. Тоже бестолку! Просто так бегать бесполезно. Ловушки на нем не работают. Поверить не могу. Целую неделю сообща трудимся. Булу. За передачу энергии отвечает наставница Мизая? Это верно. Неужели? И с Вахой тоже свяжись. Но это же... Кэнси обычными средствами поймать невозможно. Придется сыграть нетрадиционно.
Это же надо. Целый день за тобой гоняются. Как ухитряешься спасаться? Боюсь думать, что будет, когда поймают. Если так, надо сделать все, чтобы хотя бы раз поймали. Госпожа Лашера, а вдруг у него душевная травма усугубится? После уроков сестры он во сне такое говорит. И что я говорю? Будто я могу это повторять. Это да, душевную травму магией не исцелить. Для этого надо крещение пройти, верно? Ты знаешь насчет крещения? Услышал от госпожи Ауры. Насчет твоего крещения надо подумать. Да, все нормально. У меня здоровье в порядке. Рыцарю нужно крещение, чтобы восстанавливать свои доспехи. То есть святого рыцаря можно починить магией? Но Ваха пользуется инструментами. Мы с Вахой крещение не проходили. Был бы у нас пилот-маг, сила исцеления, не пришлось бы доспехи в церковь возвращать. То есть, если пилот-маг получит крещение, его святой рыцарь будет неуязвим? Он будет очень силен, но есть пределы. Можно получить массовые и неисправимые повреждения. О подробностях можешь Мизаю спросить, ведь она как раз рыцарь-маг. Кстати, госпожа Лашера, меня кое-что беспокоит. А интересно, как быстро у нас наступил кризис? Уверена, старшеклассницы так просто не сдадутся. Так что не упусти шанс, ладно? Госпожа Мария, вызов от королевы Флоры, с родины. От мамы говоришь? Что-то случилось, матушка? Ах, не стоит говорить в таком тоне. Бывает, хочется поболтать с единственной дочкой просто так, а? А, да. Как там у вас? Есть что-то интересное? Например, нашла с кем поиграть? Сейчас-то, да так, не особо. Правда? Марьюшка, милая, а лицо совсем другое говорит. Чего же она все насквозь видит? Ну ладно. Если что случится, расскажешь, да? Кстати, насчет летних каникул. Летних каникул? Какое утро! Давно я так крепко не спала. Почему я в своей комнате? Доброе утро, госпожа Лития. Ляпис? Почему я здесь сплю? Прошу меня извинить. Слава богине, жар у вас прошел. Как самочувствие? Лучше ответь на мой вопрос. Давайте сначала позавтракаем. Как вкусно. Ну и хорошо. Хозяйка, к вам госпожа Аура. Пригласи. Доброе утро, Лития. Хорошо выглядишь. И ты тоже руку приложила. Напоила тем странным чаем и пришла, как ни в чем не бывало. Похоже, чай от Кэнси хорошо сработал. Что же кругом одно дикое животное? Вот, госпожа Лития. Пройди я крещение, не пришлось бы пить всякие зелья. Это точно. Ну, вкус лучше, чем у лекарства. Стоять бояться! Блин! Достали уже! А шума в этом году куда больше. Они разобрались в своих возможностях. Вот и компенсируют различными стратегиями.
Хорошо быть молодым, но эти забеги, если продолжатся, могут помешать учебе. И многие ученицы уже травмы получили. Не пора ли все это прекращать? Не думаю. Давайте позволим им поиграть еще. Уверены? Чувствую, в них что-то меняется. Девчата куда веселее, чем во все прошлые годы. Это точно. Повезло, что в этом году попался на редкость крепкий пацан. Если парня окрестить, я ему мигом помогу. Интересное у тебя желание. Ректор, как насчет его крещения? Подумаю над этим. Только не похоже, что он в нем нуждается. Еще бы чуть-чуть. Говорила тихо заходить, а? И извиняюсь. Опять тебя по всей школе гоняли, а? Да. Сколько еще это будет продолжаться? Для нас самих такое необычно. Но прошу тебя, продержаться еще немного. Ну и выражение. От одного вида самому немного побегать тянет. Ну а девчонки ведь такие же, верно? Не верю. Но сейчас им нужно уже нечто большее. Благодарю. С твоей помощью я продвинулась в работе. И работать успеваешь, и учиться. А теперь еще совет от девчонок бегать заставляет. Востребованный ты парень. Они ведь хозблок за тобой не пойдут? Так заходи к нам, когда совсем притомишься. Да со мной все нормально. И откуда здоровье-то берется? Ну ладно, ты ведь тут закончил? Дальше я сама, а ты беги. Ага. До свидания. Стоять! Удачи тебе. Неужто и до них докатились? Кенси, больно быстро ты бегаешь. Простить, пожалуйста. Так, приготовься. С вами все понятно. Ладно. Похоже, нашел наше слабое место. Но пока все идет по плану. Как странно. Ты, Юкины, чего делать заставляешь? За Кенси заставляю приглядывать, чтобы не случилось ничего. Пора тебе уже сдаться! Еще немного! Еще, еще! Мы уже совсем близко! Так ведь и знал. Наивный! Паровой двигатель? Но как его туда встроили? Ага, хорошо пошло. Ваха, так ты смогла? Пока маленький прототип, но... На полчаса работы хватит, и то ладно. Что делать? Думал, в лесу они совсем запутаются. Да беги теперь куда хочешь. Стоять! Снаружи слишком опасно. Спрячься у нас до ночи. Группы 2 и 3, сектор А. Группы 4 и 5, за вами сектор Б. А мы начнем поиск отсюда. Ясно. Что там творится? Похоже, он... Наших стражей спросили, не побежал ли Кенси в лес?
Они потеряли его у дома госпожи Марии. Да вы что? Неужто? Спасибо большое, что помогла мне. Это твоя комната, Юкине? Сюда за тобой никто не пойдет. Это точно. Твое здоровье. В доме госпожи Лашары интересно? Ну, да. У госпожи Марии тоже здорово. Правда, что ли? Помоги Кенси, и потом уведи его с собой. Уведи с собой. Югине! Мы заходим! Кенси, ты что, гад, творишь? Получилось, Югине? Мама. Как такое вышло? Самой непонятно, Кенси лишил Юкины девственности. Конечно, мы забираем его. Женившись на Юкины, он станет моим придворным. Вы же его сами спровоцировали, разве нет? А массажные инциденты несколько дней назад, разве не Мизая виновата? Чем криком решать? Может, решим все в игре? Нечего тут решать. Кенси мой придворный. За массаж Кенси тоже несет ответственность. За все, что вынесли я, Лития и Юкины. Игра – лучшая компенсация. Я согласна с данным решением. Принцесса Аура, подготовку к игре доверяю вам. Но раз Аура предложила, будет забава клана Шурифон. Да, теперь деваться некуда. А о чем речь идет? Игра как раз для тебя. Забава клана Шурифон. Битва за лучшее жаркое. Жаркое? Сам готовишь и оцениваешь. Это, блин, самое трудное. И как защита? Процесс идет. У нас тоже. Нужно больше пешек на доске. Время наступает. Надо самим вступить в игру, показать силу. Не пора ли начать второй этап? Все и так уже тебя обожают. Не нужно торопиться. Чтобы добыть силу, надо копить силу. Что тут? Слабая реакция уже несколько дней. Это сенсора в лесу, так? Надо бы прогуляться и проверить. Спасибо всем, принявшим участие. Вы знаете правила битвы Шурифон, но позвольте повторить еще раз. Каждый участник ищет продукты в лесу и готовит из них жаркое. Мы пробуем все вместе и решаем, кто победил. И потом победитель получает права на Кенси. Вот ты предлагаешь продукты искать. А мы ведь леса совсем не знаем. Тогда позвольте помочь вам с выбором. Наставник Юрайто, что скажете? Можно присоединиться? Будем только рады. Просим вас быть судьей. Прогулка по прекрасному лесу. А потом вкуснейший обед. Это же здорово. Кстати, а если Кенси тоже будет участвовать? Надо дать ему шанс завоевать собственную свободу.
Тогда приготовились. На сборы 1 час. Готовы? Начали! Дело такое. Хоть и неохота, а придется поучаствовать. Это не пойдет. А это заберу. А мы задавим их массой. Бери все, что съедобно. Пусть Юрайто разбирается. Эх, надо было с Кэнси хоть раз ходить. Знала бы, что к чему. Что думаешь? Вроде похоже, но не оно. Картинка неясная, а? Но лучше не жалеть времени и выбрать тщательно. Верно. И тут нет. Юкине! Это не оно? Да. Ого, быстро вернулись. Как оно? Погляди скорее. Ух ты, просто замечательно. Чего, удивлен, да? Удивительно то, что все эти растения ядовитые. От этого понос бывает, от этого головокружение, от этого тело отнимается. А яда вот этого корешка на 100 человек хватит. Так. Ну, как тебе, мой новый автобот? Как, спрашиваешь? Ну ты и тормоз. Эй, что с тобой? А ну быстро давай сюда корзинку. Это нечестно, Ваха. Да все честно. Кэнси, я просто подберу, что ты случайно сейчас уронишь. А, вон оно как. Но ежедневные погони, не слишком ли? Все, готовься. Верткий, как обычно. Кстати, может пора проверить? Чего? Классно работает. Эй, что это такое? Я тут себе катапульту для прыжков в воду смастерил для жарких дней. Пока. А, Кэнси, чем занимаешься? А, сестрица Мизая, меня тут включили в игру, госпожи Ауры. А, битва за жаркое, да? Но ты разве не устал после всех погонь и работы по хозяйству? Да все путем. Может, душа у тебя устала больше, чем тело? После всего-то произошедшего. Тип того. О, и я тут немного виновата. Нет, да что ты? Что? Ты ударился? Да вот стукнулся только что. Хотела бы подлечить тебя магией. Ну и так сойдет. Спасибо, сестрица Мизая. Пока. Реакция все сильнее. Очень может быть. Так, у кого что есть? Что это за корнеплоды такие? Да всего 2 штуки на 2. А у тебя вообще картинка пустая. Как и у тебя, Мария. Что с вас взять, горцев гаванийские? Ничего путного не собрали. Что ты сказала? Располным-полна моя коробушка, глядите. Как тебе? Да ты что творишь? И опять 100-процентное попадание. Можно подумать, вы лес целиком обшарили. Собрав все ядовитое. Что и ожидали от Лашары? Вынуждена признать поражение. Пролет? Большинство блюд не впечатляют.
Но игра изначально нечестная. После драки кулаками не машут, не думаешь? Состязаться будем только мы с Кэнси, но я не заинтересована в правах на Кэнси. Да ты что? Тогда зачем огород городили? Ну, просто хотела честно сразиться. И проиграть товарищеский матч не собираюсь, принимая вызов, госпожа Аура. Тогда начнем дегустацию. Напоминаю, что вкус оценивается общим голосованием участников. А теперь пробуем жаркое от Кэнси. Ну, как вам? Вкус должен немного отличаться. Кэнси, что это? А, простите, неужели плохо? Ты что, наоборот? Как ты смог добиться подобного? Кэнси, просто потрясающе. Да, блюдо ауры тоже великолепно, но твое на ином уровне. Мое мнение о тебе улучшилось, дикое животное. В битве за лучшее жаркое абсолютный победитель Кэнси. Спасибо. Что же, раз игра окончена, позвольте мне вернуться к своей работе. Угости еще как-нибудь, дикое животное. Ага. Животное пока остается, а? Витя и правда оживилась. Кэнси сделала собственное лекарство. Это здорово. Я и в блюдо немного положил. Знаешь, мои специалисты очень заинтересовались. Клан Шурифон славится познаниями в медицине, так? Если уж им интересно. Это точно здорово. Может, откроешь нам, что ты использовал? Разумеется. Ну-ка, ну-ка. Вот что. Понимаю, вот что значит. О, и правда редкая вещь. Аура, а тебя от них не воротит? С чего? Убери их с глаз долой! Не беспокойтесь вы так. Я же их не в нативном виде использую. Сначала сушу и измельчаю в порошок. Хватит подробностей! А то меня сейчас точно стошнит! Вот и доверяй теперь Кэнси, блин! Кэнси, Лития тебя точно убьет, если узнает! Ну, про это мы Лити не расскажем. Кстати, ты ведь их в жаркое положил? Да, использовал это и вот это. А, о, так вот откуда подобный вкус. Да, а еще? А, вот так? Не пора ли немного отдохнуть? Да, благодарю. Но я сегодня совсем не устала. Наверное, из-за того жаркого. Все благодаря нашему Кэнси. Ну, что делается, то к лучшему. Летние каникулы скоро, да? Чувствую, что до них я успею закончить. И смогу немного расслабиться. Как вкусно! Итого 17%. 18. 19. 20. 20, значит? Как и в прошлой попытке. Это не все. Ценю такую решимость. Но это предел твоих возможностей. Я с таким не согласен! Ты и так щедро одарен природой. Господин рыцарь. Но великие доспехи подвластны лишь избранным. То есть она лучше меня? Это... Нет смысла нарываться, когда вообще нет шансов. Живи как обычный рыцарь, и все. А не хочешь идти по стопам моего брата? Просто скажи. Не издевайся. Я могу стать лучше, так? Совсем скоро летние каникулы. Как насчет заслуженного отдыха от школьных дел?
Глава 6. Каникулы. Обычно младшеклассников на каникулы из школы не отпускают, но при веских причинах возможны исключения. Если кто-то не подал заявление, еще не поздно. Летние каникулы, да? Вот теперь-то я займусь кристаллами, Суванна. Эй, Серес, чего планируешь? А, я тут в поездку собрался. Но ведь младшеклассники... Мужчины-рыцари, дело другое. Один поедешь? Это тоже здорово, да? Просто жду не дождусь. Летние каникулы, да? Госпожа Лашара, каковы ваши планы? Останусь в собственном особняке? А? Путешествовать сейчас опасно. И деньги на каникулах тратить неохота. А ты поезжай куда хочешь. Я ваш телохранитель, госпожа Лашара. Летние каникулы ведь для укрепления отношений, верно? А для защиты мне и Кенси хватит. Да вся школа на уши встанет, если без присмотра оставить. Прошу прощения. Вот. Ну и ну. А попроще лицо не можешь сделать? И радоваться, как наш Кенси. Чего мне радоваться, когда силой затащили? Ах, какая ты разумная. Но не отказывай собственной тетушке. Тетя Флора, я скорее на Бабаруна положусь, чем на тебя. А у нас есть о чем поговорить на летних каникулах. Лашера, милая, ты же помнишь наши места? И, конечно, все расходы за мой счет. Я и друзей твоих пригласила. Она госпожу Лашеру и правда знает. Ауру, Литию, Ваху и даже Дагмайера. Блин, она хорошо подготовилась. И, конечно, слуг тоже бери. Так что до скорой встречи. Значит, про Кэнси она уже слышала. Точно, точно. Если не приедешь, придется друзьям твоим все рассказать. Вот про это. Ненавижу свою тетку. Расслабься и получай удовольствие. Для этого оставьте меня в покое. Интересный тут корабль. Это транспорт местного курорта. Чтобы избежать столкновений в узкой долине, используем подобный сегментарный корабль. Это где же? А, вот он. Спасибо тебе, Корди. Я позаботилась, чтобы власти вас не заметили. Вот бы провести Хадзуку через посты. Не беспокойся, у нас все схвачено. Ладно, мне пора. Везде пролезут. А стоит ли? Если власти узнают тебя, Серес, ведь обо мне не беспокойся. Вот, лучше послушай. Если нас раскроют, меня уведут силой. Кенси! Хоть и редко, но бывает, что одаренный ребенок рождается среди простолюдинов. Так ты, Серес, простолюдин? Рыцари, дворянское сословие. Стать таким – великая удача. Я был счастлив, что меня выбрали. Только...
А титулы и богатство, отец с матерью изменились. Как и все вокруг. Мы с Хадзуки знали, что значит стать рыцарем. Мы были готовы к этому. Но люди твердят, что Хадзуки нужен лишь мой титул. Они говорят жуткие вещи и отталкивают ее. Я еще не призналась родителям. Но я хочу быть Сересом! А скажи, Серес, что это за посты? Здесь курорт высшего класса. Всех проверяют очень строго. А по закону Хадзуки не может быть со мной. Потому прошу, забудь, что сейчас слышал. Ладно. Я понял. То, что желаешь, надо брать силой, верно? Ну и слабаки. Один святой рыцарь. Два. Халявы нет. Без труда не вытащишь рыбку из пруда, а? Это точно. До тебя не дошло, верно? Не узнаешь того парня? Нет, сроду его не видел. А выглядит подозрительно. Да вроде обычный пацан. Погоди, вон справа. Гадом буду, это Дагмайер Мест. Товар первый сорт. Еще один рыцарь-мужчина? Нам сойдет. Когда-то эти растения покрывали всю планету. Из-за резкой смены климата почти все вымерли. Тут они сохранились лучше всего. И правда впечатляет. Мы почти что у цели. Скоро покажется причал. Мария, что это за жуткие картины? Это именно то, что ты думаешь. Тетя? Мама? Ура, ура! Ты дома какая, не ори. Так ведь... Эй, Кэнси, помоги мне с багажом. Вы, должно быть, устали с дороги. Так что, как разместимся? Отдыхайте до вечера. А, кстати, кое-кого тут не хватает? Кэнси внизу Вахе с багажом помогает. Ваха кучу барахла с собой притащила. Какая жалость! Хотела взглянуть, кто Марии и Юкине понравился. Кстати, ты с Эресом виделся? А? Неужто он к подруге прилетел? А, я угадала? Ну, рыцарям из простых людей всегда тяжко расставаться с друзьями и любимыми. Это старая-старая история. Слушай, Ваха, насчет Сереса. Так, все готово. Ну, как скорость? Да, и правда, стал быстрее. Ладно, скажем, что я Сереса не видела. Правда? Спасибо тебе! Пока! Хорошо, что я женщина-рыцарь. Это и есть Кэнси, да? И правда, необычный парень. А, давно не виделись! Не стоило вам сюда идти! Я бы сама скоро поднялась. Все ясно. Вижу, почему Мария и Юкины так любят мальчика. И ты тоже, а? Кстати, госпожа Флора, как давно вы слушали? Если он друг Кэнси, я не буду слишком строгой. Ну а теперь, чтобы нормально отдохнуть, давай сначала закончим с делами. Да? Вот оно что. Вон куда Серес заехал. Ладушки! Чертов пацан! Извините!
Не пачкайся о мелкоту всякую. Ладно, сопляк нам не опасен. А тех двоих несет кровью. Так, с вещами на выход. Офигеть! Отличная вещь. Мощности хватает и слушается просто здорово. Можно использовать и против обычных рыцарей, и против первоклассных. Сколько работает без подзарядки? 10 минут по моим расчетам. Как и ожидалось от ученицы Навы, хорошая работа. Большое вам спасибо. Теперь поспешим обратно. Жду не дождусь знакомства с милым Кэнси. Так это значит вилла Сереса? Неплохая. Неужели ремонт еще идет? Ну ладно, нечего им мешать. Пошел я. Это что такое? Традиция Гавонии. Открытие сезона. Открытие сезона? Неужто бой подушками, а? А ты откуда знаешь? Ребята, спасибо, что проделали долгий путь. Сегодня я подготовила праздничный банкет. Но сперва начнем церемонию открытия сезона. Сейчас никаких титулов и званий, а правила очень просты. Ведем бой подушками. А подвернется возможность, дергаем соперника за пояс. Вот так. Кто потерял пояс, выбывает. Для срывающего пояс есть старая поговорка. Что такое, Кэнси? Она начинается в большой семье, да? Что? И об этом знаешь? Что же они такое творят, а? Победитель сможет выбрать любого брачного партнера и получит немалый денежный приз. А еще я его горячо обниму и поцелую от души. Надеюсь, победит Дагмайер или малыш Кэнси. Так, истинные намерения выходят наружу. Маму опять понесло. Понеслась, родная! Оторвемся не по-детски! Поехали! Ну и ну. А, прости, Дагмайер, что с тобой? Начнем же! Молодец, Кяя! Идет прямо к цели. Ну что, Лашара, не пора ли нам разобраться? Хрен тебе с горы! Так-так, на кого хвост подняли? А не рано вам еще? Старушку не проведешь! Так легко раскусила! Похоже, годы на ней не сказались. Плохих детишек наказывают. Брак, оно, конечно, здорово, но финансирование науки важнее. Денюшки, так что придется. Об автоботе лучше не думай. Кэнси? Пояс. Извини. Прости, Ваха, не надо вернуться в свой мир. Так, пора мне выиграть. Стоп. Атакуем вместе, поняла? Сверху? Снизу? Это... Я слышала, тут их не носят. Давай!
Получи! Подмена? Ой, блин! Госпожа Лития, Аура, простите! Дикое животное! Ты мне за все ответишь! Поимели нас! Умоляю, не просыпайся! Извини, Кяя! Извиняюсь! Не бери в голову. Мы когда-то вместе купались. Сейчас стесняться нет смысла. Мы давно уже не дети. Без разницы. Мы ведь с тобой рыцари. Отключиться от подушки. Какой позор. Дагмайер. Мне тебя не одолеть. Как ни пытайся. Еще немного. Югене, я твой пояс еще не забрал. Ты еще не проиграла. Потому врежь мне или беги, как хочешь. Кенси, с тобой я... Правда, что ли, Юкине? Понимаешь хоть, на что идешь? И как давно? Опа! Вперед! Не плачь. Теперь нас, Кенси, осталось только двое. А ты и правда молодец, раз дошел до конца. Кто, по-твоему, победит? Флора, мастер боевых искусств. Она выиграла большой турнир в Святой Земле. Против нее даже Кенси. И в итоге... наш милый Кенси побеждает! Какой еще такой итог? Я организатор, так что не участвую. Так наш проигрыш тоже не считается. А вы не расслабляетесь, знаете ли. Это же... И снова тетушка всех на уши поставила. Хорошо, что наставницы Мизаи с нами нет. Вот это точно. Вдвоем бы они тут всех затрахали. Что-то случилось? Вспомнила тут кое-что. Кенси? Простите, уже выхожу и головой разносить ничего не буду. Надо было пошире бассейн сделать. Госпожа Флора, зачем? Пришла тебе спинку потереть. Королева? Лично? Как мы и рассчитали. Так, вперед, Кенси! Пощупай ту старую квочку. Кенси, тебя сейчас разомнет как следует. Будет очень здорово, мамуля. А мы отомстим за свое унижение. Ах, как все сложно. Тогда пусть мальчик немного отдохнет. Не просто за детишками глядеть, мама. За тобой глядеть куда сложнее. Тогда пойду я, баеньки. Операцию начнем утром. Берем Селестера Дагмайера. Не засиживайтесь долго. Не верю. Oh.
устала. Вместо мести матери опять погорели. Как можно сладострастно стонать всю ночь? Ректор говорила, кто-то просился на массаж перед свадьбой. После такого массажа и бревно за мужика сойдет. Эх, жаль добро портить. Хорошо тут. И травка есть, и весело. Не стоило от нас сбегать. Эй, погоди, может чуток с ней? Сигнал скоро будет. А развлекаться будем после драки. Да кто ты такой? Чудовище, что ли? Эти люди... Нет! И Корди, и все на вилле Сереса. Это бандиты, решившие напасть на курорт. А где Серес? Он сдался, чтобы я успела бежать. Твоим друзьям, Кэнси, надо скорее уходить. Что там? Это общий сигнал бандитам. Я спрячусь тут, а ты поспеши, прошу. Ладно, пойдем напрямик. Госпожа Лашера, вы целы? Чего с утра пораньше? Что тут происходит? Так, все успокоились. Нас атакуют неопознанные воздушные скутеры. Защитные системы в норме, отобьемся. Худо дело! Они перебили караул и увели доспехи! Что ты сказала? А вот и угнанный рыцарь летит. Защитная система нейтрализована! Враг прорвал периметр! Вот теперь дело точно плохо. Мария, еще рыцари есть? Ты тут неучтенку случайно не прячешь? Тут курорт, понимаешь ли? А не склад для какой-то неучтенки. Сейчас можно не отпираться. Что это? О, как свезло! Всем стоять! А ну, бросили оружие! Руки за голову и легли на пол! Делайте, как сказано. Это что? Кэнси! Кругом одни бандиты. А это что за девчонка? А, это? О, нет! Им ведь нужен Дагмайер! Что сказал? Дагмайер? Юкине, помоги ей. Здесь нет только Аура и тетушки, так? Может, дикое животное их отыщет? Кэнси, доставь сюда Ауру. Что до тети? Если не получится, сильно не расстраивайся. О девочке я позабочусь. Иди же скорее. Тебе предстоит интересное зрелище. Интересное? Беги уже! Есть! А я следаю, огляжусь чуток. Только будь осторожна. Все путем, все путем! Ха-ха!
Чужих и своих не различаем, да? Эй, Аура, я вхожу. Уже хорошо. Ты цела? Аура, ты что? Кенси. Все нормально? Прости, удивила я тебя. А ведь ты ради меня пришел. Реакция, конечно, милая, но... В это время я всегда такая. В это время? А если подумать, то раньше... Стоять бояться! Тут опасно, надо уходить. Нет, не страшно. Не бойся, я ведь с тобой. Кенси, той ночью ты все видел, да? А чего так сразу-то? Меня такую никто не возьмет. Так что, Кенси, примешь ответственность? Так вот, о каком интересе Лития предупреждала. Ложись! Аура! Прости, теперь я в норме. А если что и говорила, это было в полусне. Так что лучше все забудь. Иначе точно примешь ответственность. Я уже все забыл! Да не стоило атаковать рыцаря на этом корыте! Знала бы, хоть взрывчатки захватила бы. Они его все еще не взяли? Да что их там держит? Аура, ты что ли? Выручила? Я уж думала, хана пришла. Кенси пошел за госпожой Флорой. Нам надо продержаться. Так точно? Надеюсь, госпожа Флора в безопасности. Этот сопляк и сюда добрался. Осторожней, парень непрост. Ну, достал он меня. Успокойся, сейчас он в ловушке. Неважно дело. До дома госпожи Флоры далеко. Вот оно! Ну, пацан, когда успел? Переборщил ты. И ошметков не оставил. Черт. Хотел поиграть с ним еще немного. Что там? Осколок залетел, что ли? Снова он? Это еще что? Идут. Дагмайер. Продвинуться так далеко? Они настолько хороши? Или Габоня совсем ослабла? Или мужчины-рыцари хрупкие, как нежные мимозы? Так думаешь, да? Это правильно. Пойдешь со мной, и все будет хорошо. Хочу говорить с вашим лидером. Отведешь меня к нему? О чем же? Я желаю вас нанять. С тобой все в порядке? Ах, Кенси, увиди госпожу Флору, прошу тебя, а мы поможем раненым. А если есть раненые, я сам... Умоляю тебя! Флора ведь... Их королева. Обычно королева важнее, так? У меня плохое предчувствие. Эй, Кенси, милый.
Идите! Юкине и Кяя, все еще не привели Дагмайера? Они ведут бой с бандитами. Кэнси за ними идти придется. Нет! Вы ничего не слышали? Вроде со стороны тетушкиного дома. Кэнси! Нет, не надо лишнего насилия! Госпожа Флора, отпустите! Я ничего не вижу! Не надо обзор загораживать! Ей, по-моему, опять хорошо. Маменьке для счастья много не надо. Да что с ним? О, обзор появился. Как хорошо. А я думал, кончина пришла. Кэнси, не зевай. Черт, я уже почти на пределе. Ну, сопляк, порошок сотру. Сработает ли на рыцаре? Кому страшен такой тычок? Что? Дошло, дошло. Точки те же, что и у человека. А я и правда дошла. Да что он творит? Это плохо. Прости за ожидание, мама. Что так долго? Вот черт! Но они и додумались. Уж кто бы говорил. Сигнал! Все отходим! Есть! Чего? Неужели? Дагмайер! Ты в порядке? Он меня почти достал. Ну, пацан! Нас кругом поимели, да? Точно, кругом поимели. Натянули они нам нос. Ах, натянули, еще как! Отпусти уже Кэнси, наконец! Нет, не хочу! Вот предполагаемый маршрут их отхода. Возможно, здесь, а? Вот здесь. Аргументы? Они настолько умны, думаю. А конкретнее? Вместо тайного укрытия они понадеются на крепкую оборону. То есть поставить чувства впереди разума? Да. Тогда приступаем к операции. Не слишком ли быстрое решение? Я дождусь прибытия армии, а вы, ребята, помогите милому Кэнси. Прости, условия не королевские. Ты, бывший рыцарь, хорошо сработала. А в бродяге подалась, когда выносливость ушла? Неважно. Ты хотел нас нанять? А что вы получите, похитив меня? Только неприятности с империей. Был план свести тебя с одной из наших. Бывших рыцарей тут хватает, знаешь ли. А ты... Входишь в число претенденток? Конечно. И зачем тебе нас нанимать? Я не такой, как другие мужчины. И могу это доказать? А я хочу услышать подробности. Может... Продолжим разговор наедине? А нормально? Так интересно же, а? Пускай расслабятся. А мы займемся подготовкой. Энергия на исходе. Дальше нам не сесть. Тогда по плану мы с Кэнси идем на разведку. Прошу вас, спасите Сереса. Да, положись на нас. И я тоже пойду. На тебе охрана пути отхода.
В горах ты их только задержишь. Ладно, пошли. Тагмайер. Понятно. Понятно, на слабаков-дворянчиков не надеешься? Но ты не шутишь? Ответь лишь на один мой вопрос. Хорошо, считай, ты нас нанял. Подготовься, пока они не пришли. Похоже, Кенси, ты был прав. Худо дело. Нет времени ждать Флору с армией. Пусть госпожа Лашера решает сама. Я пока еще погляжу. Давай. Это Тагмайер. Заложников всех погрузили? Да, в две соседних фуры. Хорошо, готовьтесь снимать лагерь. Все, понял. А вот и Серес. Все понятно. Их скутеры стоят здесь. Если ударить с другой стороны, сможем спокойно уйти. Кенси, ты уверен, что все заложники в грузовике? В лагере больше никого похожего не осталось. Ладно. Пошли вытаскивать Тагмайера и Сереса. Значит, пока Кенси их отвлекает на автоботе, мы с Аурой тихо угоняем грузовичок, верно? Думала, сегодня легче все пройдет. Меня в разгаре боя взрывом оглушило. Не повезло тебе. Простите. Что там? Это в той стороне. Что происходит? Снова ты? Это... Вы не подскажете, как в библиотеку пройти? Тагмайер, ты не пострадал? Как видишь, нет. Они были довольно вежливые. А вы появились быстрее, чем я думал. Кенси надо благодарить. Простите, что доставил хлопот. Ну, главное, ты живой. Теперь продержись до встречи с королевой Флорой. Да. А нам пора, Кяя. Есть. Ну, еще немного. Да. Похоже, хорошо прошло. Серес, я рада, что ты цел. Хадзуки. Ваха, есть у меня к тебе просьба? Неужели? Помогаешь Сересу соскочить? Госпожа Лашера, и долго вы все? Вот опять. Ты что задумал, дурачина? Хочешь международного скандала? Почему нет? Я не возражаю. Если мы его сдадим, девушка пострадает. И Сересу тоже мало не покажется. Ух ты, от вас такого не ожидали. Госпожа Лашера, у меня есть на то причина. Серес ведь помогал Кенси, я знаю. Госпожа Лашера, и раз проблемы у тети Флоры, все нормально. Серес и Хадзуки исчезли. Ясно? Госпожа Лашера, я как принцесса класса Шурифон... Скажи им, Лития. Церковь не вмешивается в дела правителей. Я ничего не видела. Что? Ого! До крепкого орешка так быстро дошло? Ясно ведь, что Хадзуки ей понравилось. Лития! Прошу вас, госпожа Аура! Кенси, Серес во многом похож на меня. Его тоже бросили в чуждый мир рыцарей. Потому... Ну... Эти глаза напротив. Это ведь спасательная операция. Я была так занята боем, что ничего не заметила.
Госпожа Аура! А теперь бегом, пока Флора не появилась. Лашера опять что-то задумала, верно? Задумала? Например, малыш Серес исчез в гуще боя, так? Это может вырасти в конфликт. Гавония совсем потеряла бдительность, готовясь к приему дорогих гостей. Служба безопасности была разгромлена бандитами. Ну, объясним примерно так, а?